И если газ будет дороже, то и денег для выплат субсидий, соответственно, нужно будет больше. И если повышение все же произойдет, прогнозируют в Минэнерго, то количество получающих эту помощь от государства может достигнуть рекордных 90%. Сейчас в этом положении находятся 2/3 украинцев. Соответственно, заложенных в проекте госбюджета на следующий год 55 миллиардов гривен на всех не хватит.